Оседлав скутер, водитель едет по ночному городу. Транспорт явно не справляется с нагрузкой в виде мужчины крепкого телосложения. Однако наездник не обращает на это внимания и выжимает предельную скорость. Вскоре он принимает, как ему кажется, правильное решение и сходит с дистанции, съехав с основной дороги в узкие проулки заводского района. Хитрый план не сработал, и мужчина оказался в машине инспекторов. В поселке Увек заводского района водитель, управляя скутером «Ямаха», не подчинился законным требованиям сотрудникам полиции об остановке, так как двигался с нарушением правил дорожного движения. Было организовано преследование, в ходе которого водитель был задержан. За рулем находился мужчина 1985 года рождения в состоянии опьянения. Жителю заводского района предложили пройти медицинское освидетельствование. Продувка в алкотестер подтвердила факт опьянения. Материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях направлен в суд для принятия решения. Саратовцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.